Филиал Государственного историко-культурного и литературно-мемориального музея-заповедника Абая Жидибай-Бурели до музея Мухтара Уэзова празднует в этом году круглую дату 35 лет. На первом открытии потомки казахского писателя посадили деревья на территории музея, а уже сегодня эту традицию повторили ученики школ совместно со студентами колледжа города. Мы живем на родной земле казахского писателя, классика Мухтара Уэзова. В этом году большой юбилей. В первую весну мы вместе с Министерством культуры и спорта инициировали юбилей Мухтара Уэзова, после чего мы получили много запросов и предложений по дом-музею. Например, университет Алихана Бөкейхана приехал сюда месяц назад и провели международную конференцию. Мы не можем принимать все запросы. Если это соответствует нашему требованию, мы даем согласие. Также во время поездки в Москву мы с коллегами из России провели большой круглый стол. По всей стране сейчас проводятся крупные мероприятия в честь 125-летия со дня рождения Мухтара Уэзова. У нас в планах взять большую землю в этом бару и сделать заповедник. Это также будет большим примером для молодежи. Мы думаем, что все стройки и озеленения будут радовать не только наш глаз, но и глаз посетителей. Сотрудница музея проработала там все 35 лет и с гордостью рассказывает про Мухтара Омархановича, как о великом человеке, сделавшем неоценимый вклад в историю казахского народа. Сегодня у нас большой праздник в селе Бурели, где родился великий Мухтар Омарханович. В связи с этим в Абай из общественного фонда приезжают сюда и рассаживают еловые деревья во дворе. В том числе колледж агробизнеса, средняя школа имени Ауэзова все вместе вносят свой вклад. Мы всегда рады вносить свой вклад в пропаганду наследия Абая, Мухтара и Шакарима. С удовольствием передаем свои знания об истории молодому поколению. В этом году 125 лет со дня рождения народного выдающегося писателя и общественного деятеля. В связи с этим в области Абай были установлены памятники, организованы концерты. Отметить этот праздник приехали гости из других городов. К 125-летию Мухтара Уэзова мы пришли на мероприятие по рассадке деревьев. Мы очень рады, что участвуем. Вместе со студентами мы рады, что приехали в Бурели на родную землю народного писателя. Дом-музей Мухтара Уэзова официально открыл свои двери для всех желающих в 1987 году в честь 90-летия драматурга. В краеведческом музее можно увидеть комнату, в котором прошло детство самого Мухтара Уэзова, использованные бытовые вещи, старинный семейный Коран, а также его работы, дипломы, семейные фото и макет музея дома в Алматы, и даже стенд с его полным образом. Мадина Кадыргожна, Сункар Толымхан, информационная программа «Шарайна», ТВК-6.